Приветствую вас, друзья! Итак, ритуал «Жесткая обратка врагам». Что необходимо для этого обряда? Ритуал не привязан к лунной фазе, но делать его нужно обязательно в вечернее темное время. В этом обряде мы будем задействовать силу стихии огонь. Итак, что необходимо? Достаньте из коробка несколько спичек. Ну, по количеству ваших врагов. 5, 7, там, 3, сколько есть. И нужно брать по одной спичке и нарекать их именем врага. Вот взяли одну спичку, произнесли имя врага. Взяли другую спичку, произнесли имя другого врага. Третью, четвертую, там сколько есть. И все спички соединить нужно вместе и связать черной нитью. Затем нужно выйти на улицу. И вот, держа эти связанные спички в левой руке, в правой руке держа коробок, нужно произнести такой заговор. Огонь священный, благословенный, меня очищает, меня бережет, а вас, ворогов окаянных, беспощадно жжет. И после этого чиркните о коробок спички, чтобы они загорелись, и сразу же воткните их в землю. Все, после этого нужно идти домой, и, как всегда, после подобных процедур обязательно нужно принять душ, чтобы смыть с себя остатки негатива. Вот такой простой, доступный, эффективный метод. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.